His divine grace
Эши Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупадки. Искон Самстапакачарья Шрила Прабхупадки. Шри Шри Джаганнат Баладев Субхадра Деви Ки. Шри Джаганнат Расаятра Махотсава Ки. Санкиртан Ягья Ки. God, Premanande. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. We have been requested. Нас попросили, можно сказать, нам приказали поговорить немного о Джаганнате. Посмотрите на них. Они просто потрясающие. Не знаю, был ли я когда-либо так близко к ним. Это удивительно. Давайте скажем несколько слов о Джаганнатхе, непосредственно о Джаганнатхе и о вещах, которые связаны с ним. Итак, начнем. Все, пожалуйста, повторяйте после меня. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И несколько молитв. Намасте Сарасвати Деве Гора Мани Пучайне. Нирвишеша Шуньявади Пастичайне Житайне. Шри Кришна Чайтанья Прабхунитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шиласади Гора Бхакта Бринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vajkatarubhyascha kripa sindhubhya evacha paditanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Vaishnavebhyo namo namah. Мы предлагаем свое почтение всем преданным. Итак, я слышал, на самом деле, Трибхувананда Прабху, который сидит вот там, сказал мне, что в субботу здесь будет Радхаятра, Джаганнатха Радхаятра в Эмбро, и когда-то еще будет в Глазго. В Глазго. И еще он будет, я забыл, где, но во многих других местах, в Рейдинге, Лондоне, где-то примерно через 10 дней или около того. И это все праздник Джаганнатхи, потому что я думаю, что многие из вас из Гуджарати, не так ли? Кто-то. Это на западе, но Джаганнатха больше восточнее, но это не страшно, потому что Кришна Джаганнатха универсальный. Недавно, может быть, 6 недель назад или около того, у нас прошла большая Радхаятра
Мне кажется, это было в Ироде. Кто-то из вас, кто-то из ваших семей были там. Это в Ироде или Сурате. В каком-то из этих мест. Там прошла большая Радхаятра, и там собралось миллион людей. Это было огромное, гигантское собрание, потому что Джаганатха, посмотрите на него, он такой потрясающий, такая необычная форма Господа. Обычно вы видите, вот здесь мы видим Гопала Кришну с коровой и пары других коров рядом с ним. Это то, как мы обычно видим Кришну. Или, можно сказать, любое божество, любое мурти, оно похоже на человеческую форму. Вот так вот. Безусловно, это сверхчеловек, это Верховный Господь, но тем не менее, обычно он похож на человека. Но посмотрите на Джаганатху, Баладеву и Субхадру. Конечно, у них есть какие-то черты, похожие на человеческие, но обычно вы не видите людей такого образа, потому что они очень особенные. Дайте-ка я расскажу вам историю о том. На самом деле есть несколько историй. Есть несколько историй, на самом деле, которые объясняют, как Кришна, потому что Джаганатха вот здесь это Кришна. Это Кришна, вы можете видеть, что он темного цвета, его лицо темного цвета. Это Кришна. А с другой стороны, если вы видите, это Баларама. Это брат Кришны. И он белого цвета. Он белоснежный. Люди говорят про меня, что я белый человек. Или Трибавананда Прабу. Видите, вот он там сидит на стуле. Вот он белый человек. Но он не белый, разве его кожа белого цвета? Но Баларама на самом деле белый, белоснежного цвета тела. А посреди располагается Субхадра, их сестра. И есть несколько историй, но я расскажу вам одну из них для начала. Итак, Господь Кришна явился в Матхуре, на самом деле он явился в Матхуре, в тюрьме Камсы. Но его отец, Васудева, который также был там в тюрьме, он сразу же перенес его через реку Ямуну в Гокулу. Это на некотором расстоянии, на небольшом расстоянии от Матхуры. Вы были когда-нибудь в Гокуле, в Матхуре? Кто-нибудь? Хорошо, итак, вы понимаете, о чем я говорю. Там целая огромная община, мне кажется, и называется Пуштимарг. Так или иначе, там огромное собрание гуджаратцев в Гокуле. Итак, да, поэтому в первую ночь, когда Кришна явился в этот мир, его перенесли через реку, и он оставался там, в Гокуле. И потом, спустя, может быть, 3 года или 3 года, 4 месяца плюс-минус около того, его семья переехала во Вриндаван, в город Вриндаван. Гокула находится в области Вриндавана, в Раджа-мандале, так называется. Итак, Гокула с одной стороны, на восточной стороны Ямуны. Город Вриндаван находится более-менее в центре. Кришна жил там еще остальные 3 года, 4 месяца около того. Один из наших великих ачарьев дает конкретное время, когда он проживал в этих различных местах. И третье место,
Итак, 3 года 4 месяца в Гокуле он жил, еще 3 года и 4 месяца во Вриндаване, там, где сейчас находится город Вриндаван, и после этого еще 3 года и 4 месяца или около того он жил в Нандаграме или Нандагаон. Не знаю, были ли вы там. Это довольно знаменитое место паломничества. И так он жил там. И после этого из Нандаграма Кришна уехал из Вриндавана и отправился в Матхуру. И там он оставался в Матхуре, может быть, 25 лет или около того. Он оставался это время в Матхуре, а потом он отправился в Двараку, Гуджарат. Поэтому Кришна принял гуджаратское гражданство. Он связан с вами, если вы из гуджаратского сообщества. Итак, он оставался там, о мой Бог, он оставался там около 90 лет. В это время он оставался в Гуджарате, в Двараке. И вот в чем дело. Вот в чем дело. Что касается вопроса, почему Господь принимает эти необычно выглядящие формы по сравнению вот с этим Гопалом Кришной. Это необычная, очень поражающая нас форма, отличающаяся форма. Итак, он оставил Вриндаван, всю область Вриндавана, и все преданные, которые остались там, это все его величайшие преданные. Очень многие из них не зашли из Царства Бога, когда Кришна пришел. Когда Кришна не зашел сюда, они не зашли вместе с Ним, чтобы быть с Ним. И поэтому многие из них жили в этой области Вриндавана, в этом регионе. Но потом Кришна уехал. И они были погружены в океан разлуки, когда Кришна уехал. Мы все чувствовали разлуку от кого-то, кто близок к нам, может быть, кто-то умер, или кто-то просто уехал далеко, например, в другую страну и теперь живет в другой стране. Мы испытывали вот это чувство потери, отсутствие общения с этим человеком, и порой это действительно больно. Но преданные Вриндавана, их отношения с Кришной были настолько глубокие, настолько невероятно глубокие, что, к примеру, мама Яшода, мама Кришны, один из наших великих ачарьев говорит о ней, это Рагунатха Дас Госвами. Он говорит, что в своем материнском настроении она считает, что Кришна не Бог, Кришна ее сын. И вот, и все. И если люди говорят ей, иногда люди говорят ей это, что «Ты знаешь, твой сын — это Бог», она просто смеется над ними. «О чем вы говорите? Он не Бог, он мой сын». Итак, ее настроение материнской заботы присматривать за своим любимым маленьким сыночком Кришной, Рагунатха Дас Госвами говорит, что она готова отдать свою жизнь сотни миллионов раз, если только одна капелька пота появится на его лбу. Она настолько переживает о его благополучии. Многие из вас здесь матери. И у вас тоже есть переживания за своих детей. Но, простите меня, но ваши переживания не на таком уровне.
вообще не на таком уровне. Итак, Кришна уехал. Если вы отправитесь туда, в Нандаграм, если вы знаете эту территорию, то вы увидите, что у храма есть такая возвышенность, которая окружает храм и двор вокруг храма, и вы можете с этой возвышенности осмотреть окрестности, и там есть старая дорога в Матхуру, которая идет прямо вперед. Кришна отправился в Матхуру по этой дороге, и некоторые из преданных, когда Кришна уезжал по этой дороге, Кришна говорит: «Не переживайте, я вернусь. Не паникуйте, я вернусь». Кто-то из преданных ждали его прямо на этой дороге, потому что он сказал, что вернется обратно. Он, да, вернулся, но примерно через 60 лет, но они стояли там, по сторонам этой дороги. Они не отправлялись домой. Они не ходили в супермаркет, чтобы купить что-то поесть. Они просто стояли там и ждали. И вы знаете что? Они так переживали. Может быть, Кришна придет, и он придет очень быстро, и мы не заметим, что он пришел. Поэтому они решили: мы не будем моргать. И они не моргали. 60 лет. Это вне, просто вне наших способностей. Это просто другой мир. Все это другой мир. Итак, они вот так и поступали. Потому что их любовь к Кришне настолько велика. А теперь что же случилось? Прошло какое-то время, на самом деле прошло плюс-минус 60 лет, случилось великое солнечное затмение. И традиционно в Индии, по крайней мере, когда случаются затмения, когда были затмения в те стародавние времена, то все отправлялись в какое-то священное место или к какой-то священной реке или к какому-то священному озеру, в такие места. И когда случалось затмение, то есть до затмения, за день или за два до затмения, они совершали различные церемонии и пуджи и так далее. Потому что затмения неблагоприятны. Они неблагоприятны. Там присутствует какая-то плохая энергия, которая связана с этими затмениями, поэтому они отправлялись в священные места для того, чтобы защититься от этого плохого негативного влияния. А когда случалось непосредственное затмение, то они входили в эти реки или в эти озера, в резервуары воды, и они оставались там в течение всего этого затмения, а в конце выходили. Итак, случилось большое солнечное затмение, и Кришна, который сейчас живет в Двараке, и вы знаете, я скажу вам кое-что. Я уверен, что Кришна говорил на гуджаратском языке. Уверен. Я абсолютно уверен в этом. Итак, не переживайте. Вы знаете, если вы вернетесь обратно к Богу, чтобы быть вместе с Кришной, вы можете поговорить с ним на гуджарате. Или на хинди. Или боджпури. На тамильском языке. Или на английском. Кришна говорит изумительно на английском. На западно-лондонском английском. Итак,
так или иначе. Кришна, вы знаете, когда Кришна там жил в Двараке, он женился на 16 108 женах. Когда мы, знаете, время от времени посещаем свадьбы различных преданных, то мы предупреждаем молодых мужей, не пытайтесь соревноваться с Кришной. Просто остановитесь на одной жене, одной достаточно. Итак, так или иначе, Кришна и его жены, и различные другие их спутники из Двараки, все они отправились на Курукшетру из Двараки. Если вы знаете географию этих мест, это довольно продолжительный путь, это довольно далеко. Я сказал бы, что это занимает сотни километров или около того. Но они проделали весь этот путь на Курукшетру, потому что даже в то время Курукшетра была известна как очень священное место. И если вы знаете Бхагавад-гиту, то вы знаете первый стих. Санджая произносит его. Нет, это Дритараштра. Дритараштра говорит. Что в этой Дхармакшетре, в этом священном месте, на Курукшетре, все собрались ради битвы. Итак, Кришна и все его жены, и все остальные, его спутники из Двараки, все они отправились на Курукшетру, потому что это знаменитое священное место. И если вы были там, на Курукшетре, то там есть Брама Саровара, огромное озеро, очень священное. Они говорят. Вы помните вот этих их, которые все время что-то говорят? Они говорят, что это пупок Гарбхадакшая Вишну, Господа Вишну. Это они так сказали. Итак, это большое озеро, это священное озеро. Их идея была в том, чтобы они остались в этом священном месте, и когда случится непосредственное затмение, они бы вошли в эти священные воды, которые могут принять сотни и тысячи сотен людей. И также из Вриндавана Нанда Махарадж, мама Ясода и гопи, Шримати Радарани, Лалита, Вишакха и так далее. Гопи, мальчики, пастушки, они тоже отправились на Курукшетру. Это не так далеко, может быть, 4000 километров. Они все пришли туда. И они так сильно желали увидеть Кришну. Потому что, вы знаете, Кришна – Маханчор. Я знаю, в Южной Африке у нас тоже есть гуджаратцы, несколько человек. И одна семья – это очень хорошие преданные. Их зовут Макхан. Итак, у нас есть Макхан, семья. И я всегда им говорю, что остерегайтесь, потому что Кришна Маханчор. Ему нравится воровать макхан или масло. И так как Кришна развивал эту привычку к воровству, вы знаете эту историю, когда он крадет макхан или масло, мама Яшода своей материнской заботе переживала, что он ворует тут и там, сейчас масло, завтра будет машина воровать или воловье повозки. И он станет, возможно, он станет главой Макхан мафии. И люди будут думать, что за бесполезная мать у него была.
И так она переживала. Но это другая история. Итак, все собрались там, на Курукшетре. И что это было за объединение? Что это была за встреча? Это просто абсолютно неподражаемо. Эмоции, чувства, любовь, которые они испытывали. Мы тоже испытываем какую-то любовь. И это особенное чувство. Но не до такой степени. Не до такой степени. И так они встретились. И вы знаете, что случилось? Когда Кришна встретился с преданными из Вриндавана, с Нанды Махараджей, мамой Яшодой и особенно с Гопи с Радарани и ее подружками, то царицы Кришны, его жены, они были там, они наблюдали за этой встречей, и они видели, что когда они встретились, Кришна и Бриджабаси, то любовь, которая проявилась даже по их стандартам, была практически неописуемой. Это было потрясающее любовное чувство. И поэтому царицы Кришны стали обсуждать между собой, что же это такое, как же это, когда Кришна жил во Вриндаване и общался со всеми этими преданными, и особенно с Радарани и Гопи. Он общался с ними каждый день. Что же это такое, как это выглядело? И они даже не могут себе это представить, но они почувствовали, что мы очень хотим понять это. Что же это такое? На что это было похоже? Поэтому нам нужно найти кого-то, кто был там в то время, кто расскажет нам об этом. Итак, кого же они нам нашли? Кто из того, кого они знают уже? То есть это не должен быть незнакомый для них человек. Они должны найти того, кого они уже знают, но кто был в то время во Вриндаване. И вы знаете, кто это? Я проверяю вас сейчас. Нет, вы знаете все, не надо отвечать. Да, сэр. Рахини. Да, молодец. Это очень хорошо. Хорошо. Итак, Рахини была там в то время. Она жила во Вриндаване. Она матушка Баларамы. Но когда Кришна и Баларама уехали из Вриндавана и отправились в Матхуру, а потом позже они отправились в Двараку, то она тоже с ними поехала. Поэтому она знала всю ситуацию во Вриндаване. Но также она знала цариц в Двараке. Поэтому им было комфортно задать ей такие вопросы. Пожалуйста, расскажи нам, каково же это было во Вриндаване. И особенно, каковы же были отношения между Кришной и Гопи. Итак, это немного длинная история, но Рахини согласилась, да, я могу вам рассказать, но для того, чтобы избежать каких-то неудобств, она отвела цариц немножко поодаль, где-то за угол, не так далеко, но она отвела их на несколько сотен метров в уединенное место, чтобы объяснить им, каково же это было. Итак, вот она рассказывает. И царицы переживают невероятный опыт, слушая игры Кришны во Вриндаване. Они не знали о них. И особенно они не знали игры Радарани и Гопи. Итак, но спустя какое-то время Кришна находится там в основном лагере или в той области. Кришна задумался, где же мои жены? 16 108 жен
Куда же все они отправились? Что происходит? Он подумал, мне нужно их найти. И так он ходит, бродит, ищет их тут и там. И потом он увидел их. Ага, вон там, немножко поотдаль. Они как будто бы прячутся, и они слушают Рахини. Интересно, что она рассказывает им, что там происходит. И Кришна не хотел просто прийти туда и сказать «Привет» или что-то в этом роде. Он пробрался сзади и спрятался. Он был близко, так что он мог слышать то, что говорила Рахини. И Рахини рассказывала женам Кришны об играх Кришны во Вриндаване, о том, как он убивал различных демонов. Он делал то, он делал это, и он танцевал с гопи, и он был очень прекрасен. И Кришна слушает все это. И он вспоминает, о да, мы делали вот это, я делал вот это. О, как это было замечательно во Вриндаване. И он переполняется эмоциями. И больше, эмоций переполняют его по мере того, как он больше и больше слышит о своих играх во Вриндаване. И он настолько погрузился в эти эмоции, что его тело трансформировалось вот в эту форму, которую вы видите здесь. Это Кришна Джаганатха. Темнолицый, но посмотрите, огромные, круглые глаза, потому что он потрясен. О, невероятно, я даже не могу себе представить. У него вот такие глаза. Вот так вот он чувствует. И его руки частично втянулись в его тело. Мы обычно не привыкли к такому проявлению эмоций, но здесь мы говорим о чем-то сверхчеловеческом. Да, и у него большая улыбка, огромная улыбка, потому что он в таком экстазе, слушая. И смотрите, это Кришна из Двараки. Есть небольшая разница, не очень большая, но есть некоторая, между Кришной во Вриндаване и Кришной в Двараке. Итак, Джаганатха означает, что это Кришна из Двараки, который слушает о своих играх во Вриндаване и развивает настроение Вриндавана, что является, можно сказать, более высоким настроением.